Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас будет призывчик на аккаунте игрока Фиг. Ну а что мы будем собирать, все увидите в процессе, потому что единственная его проблема – это недособранная Лукреция, ну и то, что мало героев, чтобы проходить дальше кампанию. Ну, как он говорит. В общем, давайте глядеть на героев. Что же у него тут есть? В людишках есть практически уже собранный Рован, Роза, и на них не хватает копии. Ну, конечно же, на ровные 4 копии, на розу 3 копии, и также будем собирать, естественно, Скарлетт, друзья. И он тут собрал Люция. Ну, вроде как у него это твин, я точно не могу вам сказать, но Люций после 30 главы только пригодится в башнях. И то вы его будете использовать не так часто. Но чаще вы его начнете ставить после 450 этажей. Именно в башне людишек, потому что там уже надо будет использовать две пятерки. Потом идет у нас Громивы, тут он, кстати, кренчика прокачал, смотрите, плюс 39 из 9, Е60, друзья. Хороший герой, потому что он может соло убивать одну команду, также есть Тантадра, хорошо прокачанная, Скриат, и я так понимаю, что упор он тут делал изначально на Громил. Ну, тоже будем собирать тех, кого он поставил в список желаний. И лесники, тут надо будет собрать Эйрона, Машку, также Астар, Лику, Тази желательно бы, Раку тоже. Потому что если у него есть Скриат, ему надо очень сильно собрать Эйрона и Лику, потому что это будет завершенная комбинация через Лукрецию. Потом идут могильники, тут надо будет еще подсобрать Торана, Шемиру до конца. Но самое прикольное то, что у него нету Сайлоса, Грыжи и всех остальных, как бы, ну, нужных очень героев. Ну, видимо, цель была не они. И фракция небесных, тут Укун. Фракция подземных, на Лукрецию не хватает 4 копии, чтобы сразу сделать ей одну звезду. И в пространственных есть Мерлин, Артур, смотрите, Баба Яга, Принц и наш Леонардо да Винчи. Ну, хорошо. Давайте приступать. Сейчас мы для начала с вами откроем шар детский, посмотрим, что там упадет, потому что, ну, знаете, всякое бывает, шарды тоже радуют. И мы видим нашего Ортруса. Слушайте, ну Ортрус это хорошо. А, это Титус, елки-палки, Ортрус. Пивовар Ригби. Кто следующий? Это Оскар. Ну, я буду забирать сразу кристаллы, чтобы потом 10 раз не делать. Наш Уокер, полупокер, первая копия Скарлетт, давайте поздравим. И, видимо, друзья, на этом мы не останавливаемся. Тут выпадает Тейн, а дальше уже мы, понимаю, так повторки ловим, да? Ну да, тут упали всякие крены, тра-та-та-та-та. И прикиньте, ни одного подземного. Что-то какой-то прям печальный дроп. Давайте заберем еще отсюда. Тут тоже плотничком шарды. И что за них сейчас мы получим? А за них мы получаем еще одну копию Скарлетт, всякие скрэги, там, пираты и все. Ну, что-то очень печально, друзья, честно скажу. В общем, друзья, осталась у нас одна копия непосредственно на Брутуса. Я его поставил в список желаний, чтобы добить ему белую рамку. И осталась одна копия Натали. Всех остальных там еще надо дофигища. Ну и приступаем. Сердечки полетели. Сердца наши все. Может быть, тоже тут ништяки выпадут. Так, это хороший знак. Еще, кстати, надо забрать трешечку. Репост не будем делать, просто скипнем. Ух ты! Ух ты, друзья! Астар, Рован, да? Смотрите. Неплохо, неплохо. Мы уже получили, получается, 3 копии. Ну, хорошо. Надеюсь, еще будет. Последнее время, когда он делал открытие, сердца что-то не очень охотно давали. А тут прям нормал, да и фара падает. Так, кстати, это Брутус. Это та недостающая копия, друзья. Давайте мы сразу поставим того, кого он ставил изначально. Так, и что мы видим? А мы видим, что мы львенка собрали, друзья. Очень хорошая затычка в первый ряд. И, в принципе, достаточно неплохой герой, который поможет ему сдерживать противников. И если он не ставил его, когда использовал крена, это большая ошибка.
Потому что если вы ставите Скрэга, Брутуса в первую линию, а позади ставите, допустим, Скриата, Крена и Софию, это очень хорошая комба. Можно, кстати, также и Антадру там вместо Софии припаять. Но местами бывает даже она не успевает ничего сделать. А вот Крен под расколом Софии работает как швейцарские часы. Так, и 724 сердечка. Порадуйте нас, друзья. Может быть, здесь что-нибудь годненькое упадет. Нифига тут, короче, не падает. Ну ладно. Видимо, вся удача осталась на ведьму, друзья. Да, на ведьму. В Астрозал. Так, я вот думаю... Да, мы, наверное, пойдем в Астрозал. Откроем сначала здесь. Потому что здесь еще падают карты. Да, карт очень много падает. Я был прав. Опять куча карт, друзья. Первая копия Лукреции и карта на людишек. Ну ты серьезно? Это что, типа одна копия и все, что ли? Короче, по 5 раз ест, потом на 6-7 дает. Так, третья копия. Тут мы ничего не видим. Опять ничего не видим. И опять две карты. Ну карты, конечно, сыпет стабильно. Наша добрая ведьма. Так, белая рамка есть, но это не то, что мы преследуем. Наша задача поймать еще одну копию как минимум. То есть после этого мы давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас, наверное, откроем вот эти карты, чтобы понять, что здесь упадет. Это Трезнор. Две копии Теску, Тайдус и Брутус, Саноки. Неплохо. Так, первая копия Остроухова. Это очень хороший знак. И Оги. И здесь Скарлетт и Белинда. Неплохо. Но Белинда уже не нужна. Но то, что Скарлетт упала, это отличный знак. Так, что мы еще сейчас замутим, закрутим? Посмотрим, сколько у нас копий на Тайдуса. На Тайдуса, кстати, друзья, уже неплохо. Уже 6 копий, осталось 2. Две копии. И Теску тоже потихонечку собирается очуметь. Да, Громила, конечно, атакует. По-другому никак не скажешь. Так, что мы сделаем дальше? Я даже не знаю. Ну, давайте крутанем еще одну копию Лукреции. Карта на лес. Так, вот она, кстати, очень быстро упала, друзья. Дальше мы ей звезды пока собирать не будем. Хотя лучше бы, конечно, и 3 звезды бахнуть сразу. Там и крит будет высокий. И вообще она будет нормально тащить. Но мы здесь еще подсоберем, наверное, Альну. Очень хороший герой. Я не знаю, насколько нам хватит на Альну. Но если процесс пойдет хорошо, будет супер. Так, лесник. Карта на лесника. Так, еще одна Альна. Две карты. Третья копия Альны. Карта на людей. Так, четвертая копия Альны. Шапочка. Всякая требуха. Еще одна копия Альны. Не, ну очень много карт падает. Так, еще одна копия Альны. Еще одна копия. Еще одна копия. Офигеть. Не, нормально так нападало. Я даже не ожидал. Это получается у нас она уже на мифике, друзья. Так, на мифике не дурно. Слушайте, крутой герой. Крутой герой достоин ее сборки. Так, Астар и Лика. И тут, тут падает Элюард и все остальное. И 8 фиолетовых карт у нас еще есть. Белинда получила третью звезду. Сама того, видимо, не желая. Потому что мы упор на нее не делали. И по ровной эрозии у нас особо ничего не поменялось. Вот это меня напрягает больше всего. И у нас на подходе Теску, да? До сих пор еще.
Алстар всего 3 копии, а Машка только одна. Так, а гарантов-то у нас сколько, я не посмотрел. Гарантов у нас 3 и еще 28 дней. Ну, в принципе, что могу сказать? Короче, оставляем кристаллы на гарант, потому что, может, мы кого-нибудь дособираем. И я думаю, что башня у него там не ахти. Ну да, башня он так себе проходит, потому что на самом деле с его-то героями можно проходить и дальше. Вот, то есть надо башню более упорно проходить, и тогда уже на остальные астрокарты дособирать Альну. Альна даст очень хороший буст, ей не надо звезду, ей не надо гравировку, просто белая рамка, друзья. То есть осталось по факту 6 копий на этого героя. Все, полетели. Мы сейчас будем мутить, короче, простые свитки. Здесь тоже все что угодно может упасть. Но если больше упор будет идти на лесников, я прям буду рад. Потому что он хочет прямо сейчас бустить лесников. Так, Фара, Торан, Теску, Эстрильда, Тали, Астар и Варек. Неплохо. Такая четверочка шлепнулась нормалды. Видимо, Астар соберется быстрее, чем Машка. Ну, посмотрим, может быть, фракционные свитки еще будем бахать в лес, и там тоже, возможно, что-то будет годное падать. Скарлетт упала. Так, гранит. Науки наш. И Сайлас, и Тали, смотрите. Дропы продолжаются, и я что-то... По-моему, запамятовал, друзья, потому что Тали-то там собрано. Да, Тали мы собрали даже на одну звезду, и я забыл ее отсюда убрать. И мы сюда поставим Дреза, или даже, наверное, Тайдуса, друзья, потому что на Тайдуса осталось совсем чуть-чуть, а Тали уже собрали на одну звезду. Да, на Тайдуса осталось 2 копии, тут, короче, я скосячил. А на Теску осталась 1 копия. Да, громилы, слушайте, удачно собираются. Ну, Тали хороший маг, так же, как и Тайдус. Ловкач, да? Они пригодятся. Тем более, он делал порт тут изначально на громил. И падает 2 Дэймона. Слушайте, неплохо. Вчера делал открытие, было не так весело, а сегодня что-то прям как-то вообще сыпет на валды. Эйрончик, меч бури. Тази. Так, опять Эйрон. И мы уже практически добили все простые свитки. Так, и тут падает Мегира, друзья. Нигиру-то это достаточно прикольный герой, мало кто ее просто качает, но когда люди видят комбинацию через Раку и Мегиру и там еще парочку героев, то это бомбезная связка, там в первую линию ставится Брутус, можно поставить Раку, Тази, Мегиру и Розу, и это будет вообще огонь, это просто будет огонь команда. Так, и Стрельда у нас тоже стоит в приоритете желаний, но я вот за этот дроп ни разу не видел, чтобы нам упал Рован или Роза. Хотя Роза, видимо, падала, потому что у нас 2 копии. До этого, по-моему, только была 1. А нет, Ровчанский тоже падал, я ошибаюсь, друзья. Сорян, потому что Рован 2 копии есть, надо еще 2, и он соберется. И Скарлетт потихонечку собирается. Ну да, ее надо качать, как ни крути. Уже можно прокачать ее до мифика плюс. Так... Теску, и кстати это последняя копия, и тут падает Сайлас. Давайте мы уберем отсюда Теску, и кого мы сюда поставим? Ну, я бы сюда, наверное, поставил Мису или Дреза, давайте поставим Дреза. 5 фиолетовых карт. Сайлас уже практически собрался, смотрите, проказник, да? 1, 2, 3. Да, осталось еще 2 копии. Фара вообще неохотно собирается. Вот вообще не хочет падать. Так, еще один свиток. И уже, наверное, полетим в лес. Первый пошел. Это Пипа. Очень хороший герой.
Респен тоже великолепная. Ульмус на дрова. Сейрус неплохой герой силы. Кас в некоторых моментах успешно применяется в экспедиции и в других режимах. Но в ближайшее время я не думаю, что он прям плотно будет ее качать. Слушайте, остроухи-то падает. И пипа падает. А Машка-то со стара будет падать? Опять Сейрус. Лорсанчик, зайчик. Опять Лорсанчик. Ну, он, кстати, нужен. Тут рендом. Поэтому рендом пока, в принципе, неплохо дает. Саурус. 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 Да. Ну, привет, чё. Ящерица одна звезда. Долго ты, видимо, терпел и натерпел. И давайте посмотрим, что у нас в лесниках. На Лику не хватает тоже вообще понты одной копии. На Тайзе не хватает одной копии. На Лурсана не хватает тоже одной копии. Да. Ну, короче, сам Бог велел нам крутить сюда, друзья. Причем Пипа не стоит в списке, она уже там практически собрана. Короче, меняем на лес. И погнали. Так, остроухий, ништякос. Астар, солнышко ты мое. Я еще хочу на остроухого посмотреть, сколько у нас копий, друзья. Эйрон. Ну, на Эйрона не так уж и много, а на Пипу, кстати, не хватает 2 копии. Эйрон у нас 5 копий. Ну, сейчас все может поменяться, друзья. Удача она такая. Так, это недостающая копия Лики. Лику мы отсюда сливаем, ставим сюда вот этого писеныша, потому что Лика у нас готова. А ей в ближайшее как бы время звезды не особо нужны, ей надо просто плюс 20 и 3 предмета мебели. И она свою задачу будет уже выполнять на 1050%. Падает Астар. Снова Астар. Эйрон. Еще 2 копии он будет собран. Тази, слушайте. Вообще не зря я начал открывать в лес. Мы прям как чувствовали. Но все, Тази-то собрана, а на Эйрона осталось 2 копии. Ну, тогда давайте, знаете, что мы сделаем? Мы Тази отсюда уберем, поставим сюда Пипу. Да, Пипу. А все остальное без изменений. Ну что, остроухий, давай выпадай до конца уже. Машка начала падать. Офигеть. Снова Машка. Так, еще 2 карты. Давайте тоже в лес. Тази уже идет на звезды. И Астар — это хороший знак. Что-то у меня такое ощущение, что мы Астар собрали. Машка, капец. Под самый конец, под самый грёбаный конец мы навытаскивали кучу копий. Давайте смотреть, что у нас в лесу. Астар собрано. Астар собрано. На Остроухова осталось 2 копии. На Пипу надо еще, получается, тоже 2 копии. На Машку надо 4 копии. Так, а у него монеты турнирной арены есть? В принципе, остроухого можно докупить, но только одну копию, но он, видимо, копит на какого-то подземного. Слушайте, не дурно. Вообще не дурно. Но у нас еще есть вот эти вот карты. Их надо было даже, наверное, раньше открыть, друзья. Тут кормовые. Пипу можно отсюда взять или Укуна, чтобы качать звезды. И 3 гаранта, да? Короче, давайте мы сейчас крутанем вот это. Тут тоже есть вероятность того, что мы отсюда что-то получим годное. Можем даже 30 тысяч кристаллов вытащить. Никто от этого не застрахован, да, от этого счастья. Так, есть у нас Талена. Еще фиолетовая карта, опять фиолетовая карта. Но пока суперприза я не вижу. К
короче, фиолетовые карты. Сейчас будет герой. Да. И тоже фиолетовая карта. Еще один герой, причем в подряд было. Так, Талена есть. Еще одна Талена перерожденная. Слушайте, неплохо. Две карты. И на этом все. Теперь давайте по одной. Тут тоже может упасть. Не думайте, что по одной ничего не падает. Так, и сундук с энергией. И еще две. Синяя карта. И энергия. Тикс. Недурно. Раз, два, три. А, ну то есть она поднялась на легенду плюс. Да? Это же легенда. Или это мифическая, друзья. Это не легенда плюс. Это мифическая. Слушайте, недурно. Недурно. Мне сегодня тоже с проклятого мира прилетели карты. Там, ну, эти призовые. И я получил оттуда как раз-таки две перерожденные Талены, когда открыл. Кренс Крэк и новый червяк. А тут кто падает? Тут Раку и Тази. Это очень хорошо. И здесь падает Мору и Рован. Слушайте, на Рована-то осталась одна копия. И вот я в таком перепутье. Как бы Рован нужен, да? Вообще по-хорошему. И Машку хочется собрать. Тем более, сколько у нас там? Сейчас проверим. До следующего гаранта еще дофига. Так, сейчас зайдем в предложение. Корабль героев. Тут на червяка получили эссенцию. Ой. Ну, я думаю, что надо, короче, крутануть, наверное, Равчанского. Одну копию. И он соберется. На розу надо две копии. Поэтому на розу ничего пока крутить не будем. И здесь бы я бы, наверное, все-таки крутанул две копии на Эйрона, чтобы собрать его на биорамку и под него доделать именно комбинацию, через которую будет строиться Лукреция. Тем более Лика у нас готова, да? То есть, в принципе, все к этому располагает. Но могильники, получается, пока в пролете. Да, их надо качать. У него, получается, на этом аккаунте больше идет упор непосредственно на громил и лесников. По факту, друзья. Сейчас я все качну и вернусь. Ну, в общем, друзья, я там все подкачал. И сейчас мы купим с вами вот эти вот черды. Оставим 67. И крутанем гарант. Так, тут падает капец. Ортрус сегодня упал нам Титус. А это Ортрус, да? Так, еще Нара и Оскар. Ну, в принципе, все герои хорошие. Я сейчас начал качать Эйрона и начал качать Астар. Потом уже там в процессе будет собираться Машка. Так, что мы делаем? Одну копию Равчанского. Погнали. Сыкотно крутить сразу три косаря, потому что может упасть дабл и трипл, а нам как бы, ну, такое количество Рованов вообще не горит. Поэтому приходится крутить по одной. Надеюсь, это будет быстро. Потому что, конечно, по одной крутить это такое. Ну. Давай. Есть. 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 АБХСС, блин. Так, и теперь остроухи. Ну и дальше он с помощью этих героев вообще бодро рванет. И будет проходить кампанию. А там уже и башенки у него подрастут. И вообще все будет ништяк. Вот будет обидно, если упадет остроухий. Нет, падает Лика. Так. Ну все. Этот перец собрался. Он на биоранке. И остроухий тоже собрался. Его надо будет одеть, подкачать. Подкачать также Лику. Да, Лику обязательно надо качать на плюс 20. Также шмот непосредственно. Этому тоже надо будет подкачать именной предмет. Хотя бы на 10, на 20 это уже будет хорошо. Ну и, конечно же, Лукреция. То есть на нее сейчас весь максимальный упор. Это гравировка, это мебель. И в дальнейшем
все эти этапы полетят вообще на изи. Одной пачкой закрываешь, допустим, ставишь Эйрона, Лику, Лукрецию, там, Софию и еще кого-нибудь, да, а другой командой можно кого побеждать. Это будет Крен, это будет пачка Громил. Также в пачку Громил можно поставить Рована. Рован будет давать баночку энергии, Крен будет быстро набирать ее под зовом и в итоге просто всех будет уничтожать. Так что две команды есть, а там не за горами 33 глава, потом 34, там будет уже и 3 пятерки, и 4 пятерки и так далее. Но самое главное, все закопано именно где? Именно в башне короля, то есть там надо получать и проходить все. Кстати, пылающий лес не закрыл, странно, очень странно. Шар путешественника все закрыл, божественное испытание не проходит, видимо, терпения не хватает. И лесная мания тоже не до конца закрыта. В общем, хоть это и твин, я так предполагаю, но если вы играете, то играть надо плотничком. Все быстро закрыть, а потом просто делать ежедневки и кайфовать. Тем более, торжественная клятва в помощь. Все, друзья, на этом вот такой получился призывчик. Я считаю, он неплохой, и с учетом того, что мы за это количество кристаллов еще подкачали Альну до мифика, это большой успех. Ну а вы пишите в комментариях, что вы думаете вообще о лютых призывах, и вообще, насколько вам нравится смотреть эти открытия. Увидимся, друзья!